Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассмотрим дорогую разновидность 50 копеек СССР 1988 года. Ориентировочная стоимость ее на сегодняшний день 5000 рублей или же 2500 гривен. Один из вариантов 50-копеечной монеты, выпущенной в 1988 году, может иметь коллекционную стоимость 5000 рублей. Тиражных разновидностей 50 копеек до наших дней сохранилось весьма много, поэтому какой-либо значительной коллекционной стоимости эти монеты не имеют. Даже в хорошем состоянии сейчас такие стоят не более 30 рублей. Но также нумизматами был обнаружен интересный и редкий вариант исполнения монет, который встречается только в составе годовых сувенирных наборов. Чтобы определить такую монету, нужно обратить внимание на ее горд, то есть ребро. Друзья, дело в том, что для дополнительной защиты от подделки на боковую поверхность 50-копеечных монет наносилась гуртовая надпись с обозначением года чеканки и номинала. Известно небольшое количество перепуток, у которых на гурте по ошибке указан предыдущий год. По всей видимости, в 1988 году для чеканки монет использовались не только новые заготовки, но еще и небольшое количество монетных кружков, оставшихся с прошлого года с уже нанесенной на них гуртовой надписью. В итоге получилась 50-копеечная монета с датой 1988, у которой на гурте написано 50 копеек 1987. В наши дни коллекционная стоимость такой перепутки может составлять примерно 5000 рублей или же 2500 гривен. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья!